Маклабухин, я. Ты что, списывал у Гомнянского? Почему у вас одинаковые ответы? Может, потому что вы давали одинаковые вопросы? Ты второй самый тупой и неуспеваемый ученик за 20 лет моей карьеры! Дневник на стол, родители в школу! Ого, вас прорвало. Да. Что? Ну, если так подумать, у меня родители в школу ходят чаще, чем я. Тебя тут не поймут, они просят мой звук, мой шутер ждут, моя латина тут, варим трека бэ.